уже не первый раз один из водоемов рыбхоза ЦНА под названием Тетеревка принимает у себя такие крупные соревнования, как чемпионат Московской области по рыболовному спорту в дисциплине ловля карпа. 15 августа состоялся заезд участников. 40 спортсменов разбились на 20 пар. В каждой команде их было по 2. Пара получала сектор из зоны А или Б. Но для того, чтобы распределить людей вокруг водоема, провели целых 2 жеребьевки. Первая определяла очередность выхода спортсменов к основному, второму жеребию, а уже второй наделял двойки номером сектора. Секторы располагались как на возвышенностях, так и в низинах. В тот момент, когда наша съемочная группа приехала на место ловли, прошли ровно сутки с начала соревнований. И рыбакам уже было чем похвастаться. За сегодня это вторая рыба. Утренняя. 2 утром. Ночью тихо. Но это вторая, получается. Что теперь? Что мы будем теперь с ней делать? Вот она пока у нас в люлечке лежит. Сейчас мы ее в мешок и в озеро до взвешивания прихода судей. Специальный мешок, чтобы рыба не травмировалась. Да нет, я справлюсь. Она не травмировалась, не цеплялась. Как вы думаете, сколько здесь вот кило? 3, не больше, 4, мне кажется. А вот по крупности, если смотреть, то это насколько крупная рыбка? Мелкая, считаем. Это мелкая? Да, это будет мелкая. Все, отдаю напарника, так как он в сапогах. И вон. Я пойду ее отпускать в воду. Мое любимое занятие. Активный рыбный клев зависит от многих факторов. И глубина водоема, и место ловли, и погода, и давление, и оборудование. В момент заезда участников ярко светило солнце, а уже на следующий день лил дождь. Такие резкие перемены климата рыбы не очень любят, но профессионалы рыбачат в любую погоду. Приманить карпа в таких случаях помогает прикормка. Ее можно привезти с собой в количестве 100 килограммов. Поэтому чего только не везут с собой рыбаки. Зерновые культуры, комбикорма, бойлы. Смешивают какие-то ингредиенты сами и непременно приговаривают. Ловись, рыбка большая и маленькая. Что у вас за оснастка сегодня? Что привезли с собой? На что ловите? Мы ловим на все. И вертолеты, и скользяки, и чего только нет. Мы перепробовали за сутки очень много, но результата нет хорошего. А бывает ли такое, что вот, собственно, вчера только заехали, сегодня только прикормили, грубо говоря, и клев может начаться только на третий день? Бывает и такое. Угу. Но у нас надежда на сегодняшнюю ночь, очень хорошая надежда. Будем стараться. Находиться на одном месте 72 часа задача нелегкая, но если хорошо подготовиться, составить план работы на помосте и график сна, можно добиться неплохих результатов. Судьям соревнований тоже приходится нелегко. Судейская коллегия в этот раз состояла из 4 человек. Главный судья, главный секретарь и 2 старших судьи. В их задачи входили проверка количества и состояния разрешенного оборудования, постоянная связь со спортсменами через гаджеты, регулярные обходы секторов, взвешивание пойманной рыбы, занесение данных в промежуточные протоколы, разного рода информирование участников. 6.030. Согласен? Согласен. Хотелось бы больше. С 10 утра вчерашнего дня, да, до 10 утра этого дня уже результаты посчитаны, вот они у меня. Могу сказать, что поймано в данный момент было 237 килограмм, 890 грамм карпов и амуров. Какая самая большая рыба у кого? Самая большая рыба это сейчас скажу, 11610, вот соседний сектор, ребята. Вот они, выскакивали, вытаскивали. Вот, всего поймано 63 рыбы.
Если говорить о зачетах на чемпионате, то их было два – личный и командный. Отдельной номинацией шел зачет на самую большую рыбу. У ребят, которые вытащили ее в первый же день, в карьере была рыба и крупнее. Но судейский глаз определил – в этот раз рыбу больше 13 килограммов вряд ли кто вытянет. Клюнула, мы ее вывели, все, вот, все получилось. Сложно ли вообще выводить такую большую рыбу? Да, была небольшая сложность. У нас в данном месте мелководье, и получается, вот тащили ее на брюхе, можно сказать, а рыбка-то крупная достаточно. Ну вот, на брюхе. Не пострадала? Нет, рыбка не пострадала. Мы за ней поухаживали, смазали губу, все, ничего не кровоточит. Рыбы сфотографировались, взвесили, вот здесь как раз сути были, прямо при вываживании. Пустили. А ручками можете показать, какая рыба была примерно? Ручками? Ну, такая вот. На вопрос, как удалось поймать такой улов, спортсмены скромно отвечают – удача. Но если разобраться, то у рыбаков не очень много примет. Не бриться перед рыбалкой, да не есть накануне рыбу. Но эти поверья скорее для тех, кто не верит в свои силы. На чемпионате суеверных нет, зато есть настоящие трудоголики. Рыбалкой увлекаюсь с детства. Но можно сказать, что профессионально начал где-то примерно с 25 лет профессионально заниматься рыбалкой. Да, это все было, как у всех, на поплавок, на червяка. Вот. А с 25 лет уже начал осваивать разные виды ловли. Начал со спиннинга, как многие наши рыбаки, потому что это общедоступная и интересная рыбалка. И вот к 40 годам пришел к карпфишингу. Чем он увлекателен для вас? Чем он увлекателен? Вопрос интересный. Дело в том, что карповая рыбалка, она все-таки самая протяженная по времени. Если у нас ловлен поплавок, допустим, там, либо на спиннинг, более динамичная рыбалка, скажем так, да, и она может происходить там в течение дня, части дня, там только утренняя зорка, либо вечерняя, то здесь рыбалка, как правило, у нас 3-4 дня, вот, чтобы мы рыбу успели приманить, накормить и ловить ее уже более плотно, полноценно, чем в первые дни, когда она еще не распробовала нашу прикормку. Вот, поэтому интересен сам более длительный процесс нахождения на природе, соответственно, процесс рыбалки. Кстати, ловили на соревнованиях не только карпа, но и его собрата – белого амура. Причем второй пользовался гораздо большими привилегиями. Если пойманный карп мирно дожидался взвешивания в специальной сетке, там он прекрасно себя чувствует в течение нескольких часов, то к белому амуру судьи приезжали моментально. Эта рыба категорически не переносит неволю. Амуров у нас вот сейчас взвесили 4-го. Ого, у вас прям тут амурное место. Ну, не совсем. Есть дальше сектора, там побольше амуров. Как вообще вы себя оцениваете? Есть ли какие-то прогнозы? Как выступите? Ну, пока не могу сказать. Все будет видно, наверное, ближе уже к финишу, там, в крайним суткам, потому что любой момент может все поменяться. Ну, мы как бы работаем по своей программе. Примерно, как бы, знаем, что делаем. Ваш коллега что-то готовит, пахнет очень вкусно. Рассказывайте, как питаетесь. Ну, сами питаемся, готовим сами, как бы заранее подготавливаемся. Берем на день определенные продукты, там, на первые сутки, там, на вторые, может быть, там, мясо какое-то, еще что-то. Ну, то есть, рацион такой попроще, побыстрее приготовить и... Как говорится, больше работаем в плане рыбной ловли. Поймать рыбу приятно, а для спортсменов еще приятнее свой улов взвесить и отпустить. И не важно, клубный ли ты профи с 20-летним стажем или новичок с 3-летним. Между прочим, на этом чемпионате последние доказывали, что упорство и труд – все перетрут. В чемпионат попали случайно, нашли в интернете статью о том, что будет проводиться турнир. И зарегистрировались, удалось зарегистрироваться, случайно попали. И вот такие вот успехи у нас уже. Вы поймали уже 14 рыб. Как вам удается, потому что у ребят там 2-3? Кормить
Работать, работать, еще раз работать. Именно команда Максима заняла в командном зачете первое место. А в личном отличилась пара команды «Космические братья» с уловом почти в 150 килограммов. Мы надеемся, что всем участникам понравилась рыбалка в нашем районе. И радеем за то, чтобы в рядах славных рыбаков чемпионата когда-нибудь оказались и егорьевские спортсмены.